Ты живешь на работе. Я все время 9 месяцев спал на столе в кабинете. Их работа – найти виновного. Мы исследовали вот эту Y-хромосому его по 17 маркерам. Установили его этнографическое происхождение. Кровь погибшей на веревке, она как бы запечатала запаховый след самого преступника. Был потом составлен графический портрет. Преступление было раскрыто в течение одного месяца. Их цель – торжество правосудия. За время работы Следственного комитета расследовано около 70 тысяч преступлений прошлых лет. Неотвратимость наказания – это основной принцип закона. Есть такая профессия – следователь. Премьера в четверг в 23:00 на канале «Россия».